Сделаем акулу молот. Берем лист формата А4, делаем из него квадрат, складываем по диагонали. Еще раз. Вот эту линию сюда наверх и находим точку. Вот здесь есть. Эту точку к этой точке. Эту линию сюда. Делаем складку только до вот этой линии, больше не надо. Здесь делаем то же самое. И тоже складку до вот этой линии. Собираем треугольник, подравниваем, опускаем и на другую сторону. Здесь делаем то же самое, эту линию сюда. Складку делаем до центральной линии. Здесь то же самое, до центральной линии. Собираем вместе треугольник. В одну сторону загнули, в другую. Ориентируемся от этих двух точек. Загибаем уголок по центру. Этот угол сюда. И делаем складку только до центральной линии, до вот этой. Дальше не надо. Делаем еще раз то же самое. Этот угол сюда. И только до центральной линии складку. Собираем вместе. Уголок в одну сторону, в другую. Переворачиваем на другую сторону. Загибаем. Ориентируемся, чтобы вот эта складка была у нас, ориентировалась по этим линиям. По этой линии складываем пополам. По этой линии наверх загибаем. Отгибаем плавник. Эту линию сюда. Загибаем. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. По этой линии наверх. Эту линию сюда. Загибаем. И плавник сюда наверх загнем. И с другой стороны тоже наверх. Отгибаем назад. Эта линия у нас должна ложиться сюда. Если у нас все правильно загнуто, соблюдены все углы. Перевернем на другую сторону. То же самое. Отгибаем. Эта линия сюда. Отлично. Все подошло. Еще раз отгибаем. Ориентируемся, чтобы вот этот угол был сюда на линию, а здесь точка вот эта шла на нет. Вот так приблизительно есть. Закроем. С другой стороны то же самое. Отгибаем. Этот угол идет сюда. И ориентируемся по этому углу, чтобы загнуть сразу за ним. Придерживаем. Вот этот уголок мы опускаем. Ну, тут приблизительно плюс-минус. Роль особо не сыграет. Здесь идет на нет. А здесь где-то вот так вот. Вовнутрь плавника. С другой стороны то же самое. На нет идет. Ну, а здесь где-то вот так вот. Это вершина. Дадим направление. В другую сторону. Достаем, выгибаем. Отгибаем бумагу, раскрываем, ориентируемся теперь по этому треугольнику, чтобы у нас раскрылся. И загибаем часть головы вниз, вот таким образом. С другой стороны то же самое. Повернем. И вниз загнем, опустим. Подравняем. Вот у нас вот таким образом получается голова. Здесь ориентируемся по этой линии.
убираем вовнутрь. Этот треугольник наверх. Загнем. Еще раз вовнутрь. Смотрим, ориентируемся от этого угла, а здесь приблизительно где-то вот здесь. И загибаем, даем направление. Вот такой у нас будет хвост у акулы, отлично. Эту складку разгибаем полностью. Вот эта линия на эту линию. Укладываем, есть. Достаем одну складку, скидываем ее и заворачиваем вовнутрь. Линии меняют направление. Тут несложно, просто надо аккуратно, так как много складок, чтобы лишние не выползли и все стало на свои места. Вот таким образом получился классный хвост, как у настоящей акулы. Все, наша акула-мулат готова. Сейчас прижмем, подровняем. Добавим еще немножко здесь объема. Как глаз будет у акулы. И с другой стороны. Акула-мулат готова. Подписывайтесь. Ставьте палец вверх. С вами был Жигулев Алексей. Пока. В следующем видео сделаем акулу. Симпатичная. Немножко делается сложновато.